Ну что, здравствуй, Ладога. Опять мы на рыбалке, недалеко от Зеленцов. Сейчас будем пытаться кого-нибудь поймать. Сегодня я снова и блесной. Вот такой листик в 50-м размере. Блесна самодельно одел сам. Сейчас попробуем. Хуйня сразу же. Смотри, сколько подходов. Поклевка. Вот. Самодельные блесна работают. Вот два таких вот шелупонских окуня попалось. Их по домам. Пойдем в следующую булку поищем. Да, поклевка была. О, есть. Ух ты, хороший окунь-то. Вот, более-менее. Прямо здесь. Прямо к лунке, что ли, поднялся. Рыба он стоит у блесны. Давай, 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 подходишь. Он быстро, быстро не подходишь. Но что-то ему не нравится. Есть поклевка. Один, второй, вон еще подходы, подходит, смотри, вон, есть рыба. Давайте поклевку, у вас там много, я вижу. Подъемчик. О, ага. О, хорошая рыба идет. Это нормальный окушок. Таких можно брать. Побежал, побежал, побежал к блесне. Давай, 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 давай. Давай, клюй, 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 клюй. Давай, это кто-нибудь другой съест. Ну, что вы там думаете-то? Хороший окушок, смотри. С мальком опять, смотри. Ты ж, смотри, да? Вот жадные окуни. Мальков нажрутся, а потом еще и блесна кушают. А? О, подошла рыба. О, подлевка. Мелочь. Вот на мою самодельную блесну ПМП-46. Подвис этим. Я стал сматывать, кто-то подвис. Окунь. Давай, сваливай. Я все равно перехожу. Ну вот нам лунка дала вот таких вот красавцев. Отпущу его тоже. Всех отпустить. И что-то 5 фут получается с лунки. Пойдем что-нибудь покрупнее поищем. Фига себе поклевка. Мой любимый клоп. Тут
тут смотри, что дядя Егор делает, а? Всех окуней выловил. Нам-то оставь. Да нет, тоже. О, блин. Экран весь черный. Тоже подловил. Дядя Леша, пока нахуй звоню, сейчас, блядь, два окуня нормальных проебал прям по свету. Они прям под самым льдом еще клюют. Да, я знаю. Что, обрати внимание. Что, у тебя есть там чуть-чуть, нет? Да, чуть-чуть, тоже подергал. Ну, он так, такой же примерно. А ты на что? Трёхграночка. Трёхграночка. Ну, на все клюет примерно одинаково. Да, на ромпу, на трёхграночку. Смотри, сразу подход. Ну. Да, есть кто-то есть. Ух ты, какой толстенький-то, а. Я же говорю, клопик мой работает только в путь. Только успеваю ловить. Ну, еще есть. Мне, пожалуйста, таких же мордатых. Очень мне нравится, когда вот так вот происходит. Быстрый подъем со дна и сразу поклевка. Без всяких там танцев с бубнами и т.д. и т.п. Он сразу подошел и поклевка. Вот это здорово вообще. Давай мне их. Я потом Леше отдам. Мне для фотографии надо. Мне, говорит, для фотографии надо. Какая поклёвка. О, какой хороший окунь-то. Ёшкин кот. Тоже хороший. И жрет-то как тут, смотри, а. Поклевка. Вот так вот. Давай. О, есть. Подошли. Давай. Ох, какая поклевка. Клопишка. Опять же отработал. Только сейчас это однокорончатый. Клоп 32. Небольшой, но сожрал-то какая. Но голодный, да? А, вон еще там есть. А, ушел. Там много-то, а? О, как клюнет, так хорошо.
Сёма и Клоп выручают, а? Еще одна лунка дала нам вот таких вот окушков, которых мы отпустим. Давай, давай, все по домам. Все по домам, за мамами, за папами. Давайте. Давай, давай, давай. Домой. Всем пока. А у нас пока вот такой вот результатик. Хорошеньких окушков немного, но есть. В основном мелочь, которую мы отпускаем. Есть поклевка, а и застрял. Малышкин. Да, ешкин кот. Клюнул наконец-то. Но тоже мелочь он. Под вечер, как всегда. Зацепился. О, мордатый. Смотри, ты. Давай. Так есть. Ай, отводился. Сошел. Да что ты, а второй сход? Сходят-то какие-то рыбки-то нормальные. Больше никого нет. Нет, кто-то еще есть. Блин, два схода подряд, конечно, это очень плохо. Ну, что это такое? Есть. Есть опять. Что-то по губам. Зацепился. Ух ты, какая поклевка хорошая. Блин, не думал, хороший окунь, нет, мелочь. Какой окунишка. Ох, вот это поклевка классная. Вот еще один, что ли? Нет. Этого отпустим. Сразу же, смотри, а. Только опустил, сразу поклевка. Хорошенький. Ну, тоже отпущу. Okay.
пойдем. Ай, блин. Мордатые клюют. Мордатые клюют, не зацепить. Ох, хороший какой. Как они клопика-то кушают с удовольствием, а? Тебя я тоже отпущу. Ай, блин. Рыбы-то там сколько, а ты посмотри. Ой, хороший окушок. Крупный идет. Ой, не, сопротивлялся-то как. Ну, какие окунечки. Это же супер. Ну что, вот эта лунка нам дала вот столько окунечков. Их мы всех отпускаем. Плюс еще парочка мордатеньких вот таких вот. Вот, ну что, это же отличный же окунь. Просто супер. Ну это и там столько же. Все, пока. Вот он итог этого дня, то, что я забрал домой. Такие вот хорошие окунечки. Ну, нормально. Нормально. Красота. Все, ждем следующего выезда. Всем не хвоста.